Ну, фугование досок и рисмусование я не снимал, в принципе, нет смысла, но вот такую кубку пока на вот такую кубку пока подготовил. Сейчас буду фрезеровать. Давно я уже взял. У меня такая фреза есть для вагонки. Это Севастополь изготавливает. Еще когда это все дело начиналось с Крымом, я еще успел купить у них там пару фрез. Ну так красит красный цвет, как атака. Вот по качеству, ну, скажу так, среднее. Вот я бы не сказал, что акти, но более-менее цена у них была нормальная. Вот, ну и неплохие, в принципе, так скажу. То есть не супер-пупер и не плохие, можно пользоваться. Сейчас будем делать вагоночку. Стащила я, в общем, вагонку сюда. Даже не я, а сын помогает мне стаскивать. А, помощник идет мой старший. Уже хоть уже это может какой-то инструмент принести, вагоночку поднести, шуруп подать. Пол мы зашили, короче, грубо говоря, старыми досками половыми. Вот, не стали там шиковать. В общем, что есть, то и зашиваем. Вот, подогнал сюда компрессор. Сейчас это все дело быстренько будем прибивать просто на компрессор. И чуть-чуть клея будем, конечно, давать. Торцовочка моя Royobi. Кстати, конечно, я его одно время очень сильно отругал, вот, но на самом деле, убедившись в том, что торцовки на сегодняшний день что-то стоящее выбрать, это в принципе из Девольта. Вот, а даже Festool не вариант, если честно, не понравилось. Вот, и там тоже есть качение, кстати. То из недорогих, как бы, очень как бы удобный вариант. Если передвигаться где-то на объекты, короче, то есть сильно по установке и так далее, она компактная, очень хорошо ее использовать. Thank you.
Наснули. Мама помогала ему. Бери широкой кисточкой, будет удобнее, быстрее будет красить. Угу. Да, уже снимаем. Пошел процесс. Дубль один. С второй стороны. Да, дубль один. Дубль два уже, наверное, или три. Вот так вот, в принципе, все это выглядит. Сейчас эту сторону сделаем с окном, потом будем сторону с дверями делать. Дубль два. Thank you.
Так, ну что, поставил я фрезу. Тут все я уже снял, фасочку себе. Сейчас выбираю четверть под стекло, а сзади штапиком забью, чтобы это все по быстричку, по стариночке и быстренько сделаем. Сделаю краткий обзор. Короче, в общем, мой помощник бежит. Так, и сделаю обзорчик. Не получилось снимать все это дело, короче, потому что надо было очень быстро все сделать. Просто покажу по факту, что именно, то есть уже сделал. Ну, в принципе, двери я показывал. Вот уже даже жена покрасила. Навесы вот такие вот нашел я в этом магазинчике. Сюда компенсацию сделал вот, от четверти. Потому что не хотел от французской четверти ставить за вот такие, то есть завесы. Ну, замочки. Такой тын-тын. Деревянный. Сделал. В середине, не знаю, может будем красить, может будет маслом скроем. В общем, будет видно. Краски, в принципе, хватило. Вот уголки я забил. Вот так вот красивенько подошлось. Вот сверху еще вагонку не покрасили. Окна я поставил. Покрасили. Сейчас сохнет все это дело. Стекла заказал. В общем, жара идет. Да. Вспышку включу. Внутри я сделал две лавки. 21 сантиметр где-то шириной, ну как раз деткам будет нормально. Вот. Не стал я там делать треугольники, зарезать, все по-простому. Под косу делал засверливание, то есть под шуруп, и под два шурупа заземлял. Также сверху здесь все. Вот тот же самый столик, две опоры, там снизу прибил на стенку брусочек. Так же самое здесь под лавкой. Брусочки вот так вот сделал, опорные. Вот, все это по-простому так как бы сделали. Вот. Потолок зашивать, наверное, не буду. Здесь он белье вешает, сушить. Вот такие вот. Ну, тут, может, стенку там зашью. Вот так вот как бы. Такой вот получился домик. Как раз к дню рождения моего сына, который будет... В эту пятницу ему 7 лет будет. Вот на 7 лет мы ему такой вот подарочек забацали. А ну еще ручечку надо будет сделать. Вот, с фанеры какую-нибудь вырезать. В общем, такой вот. Будет вариант. Полы покрасить, столы такое. Что это там такие? Что там?
Влад, Ваня. Ваня. Да. Сон, знаешь, что будет? Иди покажу. Хорошо. Скажи, так как бумажный отпускать? Да. Бумажный отпускал? Вай, авария. Ты знаешь, что твой сын, поэтому не ты прямо.